Возница высадил его перед замком и торопливо хлестнул коня. Джек остался один в темноте. Один? Фонарь Джека едва освещал черный чугун высоких ворот. Джек толкнул тяжелые створки. Ворота медленно отворились, и его до самых костей пронзил порыв ледяного ветра. Содрогаясь от ужаса, он шагнул во внутренний двор, приготовившись к самому худшему. Да поможет ему Господь! Поможет ли? В серии Disciples не играл, хотя очень хотел всегда поиграть. Бля, самца ебаная. Сейчас. Медленно, быстро, быстро, медленно. Еще более медленно. Окей, пускай будет так, норм. Может, есть настройка? F3, F4. Ну, F3, F4, что происходит? Что-то происходит? Я делаю F3. Сохраняюсь. Не знаю, вообще не понимаю ничего, блядь. Продолжение. Вы подобрали старый верный клинок Джека. Пиздец, нахуй приходить в такой дом, блядь, обосраться можно. Чтобы сделать ассасину уколу факел, найди горящий факел на стене и используй второй режим атаки. О, осиновые колья. Сейчас жми F3, F4. Понял, спасибо. Отлично, спасибо. Так помедленнее ходить. Как? Так, замок, внутренний двор, восточное крыло. Кто это, блядь? Чё в будке собачьей? Блядь! Как же мы были слепы, сын мой. Граф, хозяин всего замка, вампир. Возьми мое распятие, эти твари боятся его, как огня. Знаю, тяжело ранен, силы мои на исходе, и жить не осталось недолго. Если не приведешь ко мне доктора, душа моя предстанет перед Богом. Но главное помнить, что площадь у главного входа, откуда ты пришел, является святилищем. Окей, понял. Детям сатаны туда нет пути. Это она светилась. Найди доктора Амерсфилда, Кингстоунов и Грегори, отведи их в это место. Сейчас они прячутся в восточном крыле. Я светил некоторые коридоры в нем. Теперь они светятся зеленым светом. Потому что найти путь, сын мой. Будь смел перед лицом дьявола. Ебать. Проводил, блядь. Кто это был? Распятие святое. Патроны для револьвера. Так, что у меня есть? У меня есть меч, блядь. У меня есть меч, у меня есть крест. У меня есть... Нихуя, блядь. Так, я убил его, короче, чтобы не стал вампиром. Умер отец Авель. Окей. Это восточное крыло, оказывается. Ладно, гоу сюда. Нихуя себе, блядь, ты стреляешь там из чего-то, сука! Петушок, блядь, страшный. Как сама смерть. Ай! Софи Липинский, нужен ключ. Так, осиновый кол еще один. Средняя аптечка. Мне, кстати, нужна аптечка, как похилиться.
Блять. Шаг вправо, листать вперед. R-Shift, R-E. Аптечки тут хилит сразу. Понял, понял, принял. Догис, я не знаю, как тебя спасти, сори. Я не вижу ключа. Са Филипп Нински. О, аптечка еще одна. Ну, кстати, вроде не сразу. Где вообще хп мое? Я думал, что слева внизу. А, вот, типа, сейчас я полностью здоров. Пиздюкла камень тут мощные. Стоп, я что трачу патроны? Ах ты игра, блять! Ах ты игра какая, хитрюшка нахуй. Тут тратишь патроны по КД, если R нажимаешь. Ёбаный насос. Окей, они каменные. Соль игры в том, что если начать заново, она генерируется заново. Ну да, я слышал об этом. Гу направо. Найс. Да я не знал, я проверял Газманов. Типа, есть ли такая хитрюжность здесь жесткая? Там еще одна дверь. Го туда. Оп. Бать. А, как я сюда попаду вообще? Ха. Сюда не стоит. Пока ты тупишь, NPC умирают. Что поделать? Блин, я, кстати, недавно вспомнил еще одну игру. Блять. Старую. Там сражаются маленькие дьяволы против маленьких ангелов. И она что-то вроде типа Battlefield, короче, или контры. Они там пиздятся из ружей различных, из оружия. Кто-нибудь помнит это говно? Может, она называется Angels vs, блять, Devils или что-то типа того. В общем, есть такая игра, пиздец, солдовая, она прикольная очень была. Блять, собака! Да? Ебать мой хуй. Не, вроде не другой мир. Не, не Dungeon Keeper. Там просто вот какие-то мультяшные ангелы против мультяшных демонов сражались. Какой ключ я взял? Нихуя себе Ребекка, блять. Это мод на Quake? Вроде нет. А что за ключ я взял? Секунду. Блять, там сраная аптечка была, я нечаянно просмотрел. Нет, это не Overlord. Освети воду в луже распятия. Тут склепы. Angels vs Devils. Энциклопедия живых мертвецов отца Авиля, часть 7. Вурдалак представитель семейства демонов, который способен мгновенно появиться в любом уголке замка. Вурдалаки подобны вампирам, поскольку являются неумершими мертвецами, однако они не пьют кровь, а питаются плотью людей. Вурдалаки не обладают ни волей, ни интеллектом, их можно подпугнуть с помощью распятия. Окей. Короче, можно поиграть, будет на компах Димана в Angels vs Demons. Забавная хуйня. Ай, блядь, шлюха ёбаная, тварь. Ты чё, блядь, охуел? Распятие видел, блядь? Блядь. Так, я понял, вот тут ключ можно посмотреть. А в него надо забивать кол? Нет. Для этой двери нужен ключ от усыпальницы. Го, почекаем здесь все, наверное. Блять, уебище нахуй. Поебал он, хочешь, блять, тварь, 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 блять, тварь, тварь, уебище. Ты начинаешь, блядь. Опа! Уважаешь? Блядь.
не хочется здесь гулять, если честно. Я уже взял отсюда что-то. Или шо? Эй! Да, на Painkiller, кстати, похоже очень. Все, я везде был уже. Я везде был, кроме того места. Если он ломится. Ну что такое, блядь, мистер Вурдалак? Омега лал. Сейчас поебал получу. Лутать нельзя, жалко. Так. Энциклопедия живых мертвецов отца Авель, часть 5. Во-первых, тени древние и очень уязвимые существа. Эти твари полные внутри, и усохшие, скрюченные тела защищают лишь многослойная рваная накидка. Они боятся священных предметов и гибнут при виде распятия. Во-первых, тени всегда нападают из темных закоулков, поэтому их атаки смертельно опасны. Это точно Пати Хард. Блять, ну чё по итогу, я здесь нашел пару книжек. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Кто, блядь, кто родился опять? Кто родился? Вроде никто. Я сюда точно заходил? Точно, тут была книжка еще одна. Бежим, блядь, как ебанутые просто. Окей, окей. По двери нет. Хули делать? Да, еще держу, Сайнмен. Может, я забрал ключ отсюда? Блять. Походу, это ключ от плюшки. Плюшка там была. О, это мы можем осветить. Нет. Ну что, я могу похилиться, типа? Наверное, да. Я так и не понял, где хп. 76, наверное. Пойдем к плюшке, она жива. Мы сейчас ее освободим. Я взял какой-то ключ, наверное, от нее. Go. Все, закашлялись. Блять, неужели не здесь? А если я изи могу здесь перейти, как бы это очевидное изи. Аптечка. Найс. Ах ты шлюха ебаная, блядь! Здорово, блядь, красавец! Сука, блядь! Пошел нахуй отсюда! Ебать тебя в жопу! Пиздец, блядь, надо так орать, блядь! По стелсу ходить здесь, чтобы они не прыгали на меня. Здорово, братан. У меня вот это есть. Сосная достаточно. Что делаешь? Ебать! Ты чё нахуй? Пиздец! Ты чё ебанулась? Ебать! Рофлишь, ебать. На нахуй. Бля, я пошел, нет. Ебать, такого говна я давно не помню, если что. Ай, пошел. Нет патронов, кстати, охуенно. О, блядь, пиздец, это самый ебанутый скример за последние несколько десятков лет, блядь, который я слышал, мне кажется. Пиздец, я чуть не обосрался. Блядь, аж уши заболели нахуй от него.
Потому что у меня сопля вылетела, блядь, когда я заорал. Че это за дерьмо, блядь? Можешь отодвинуть просто ящики? Довольно сасная. Классно. У меня, блядь, даже ничего не было, сучка. Нахуй я сюда пришел вообще, блядь? Тут даже проходов нет. Кайф. Бля, пиздец. Это вонючие, блядь, ключи, нахуй, ненавижу. Ненавижу тему с ключами. Сейчас какая-нибудь хуйня вылезет, сука. Блядь. Кстати, вы не видите хп мое. Это плохо. Ходи, бля, по одному. Конечно, ебать. Педагог, блядь. Уже ебало, сука. О, бой. 49. Еще немножко. Но, блядь, иди нахуй, пожалуйста, блядь, тварь. Ёбаная, блядь, дьявольская отродье. Иди нахуй, просто сказано тебе, блядь, по-русски, сука. Отъебись. Отъебись, блядь. Отъебись, блядь. Отъебись, нахуй. Пизду, блядь. Кошмар какой-то. Сасная тёлка. Фак. Бля, надо было засейвиться. Пиздец, я ебал просто этого вампира. Сейчас бы выкручивать на 200 громкость, блядь. Ладно, окей. New game. В трепет. Уважаешь. Одно мгновение. Топ тело, топ лицо. О, девочка, тинейджер, набери меня на пейджер. Вообще ебанько выйдет, блядь. Слушай. Живи, братан. Джек, как больно. Скорее, приведи доктора Амерсфилда. Добрый день. Тут совершенно все другое должно быть. Теперь. Так где мои кулаки, блядь? Мои кулаки и моя слабость, блядь. Вот чай ебанько отсюда вылезет. Нет, здесь гроб, блядь! Да ты ебаный, ты в рот, сука! Блять, пошел нахуй, сос. Соси, блять, соси. Заебал. Где колья, блять, осиновые? Втыкай. Как подгнуть него? Пиздец. Вондеморт, блять. Восточное крыло, лол. Прикиньте, сразу нашел ключ от восточного крыла через секунду после начала игры. Ну все, бежим, втаскиваем доктора на уровне изи. Плюс колье. Да ты хуесос, блядь.
Ты куда лезешь? Кулаки ведет, позови кого-нибудь посильнее, братан. Ха! Не, очень завидно, я тебя обосрусь. Окей, там еще Коли. Коли надо вбивать, когда они в гробу, понял? Ебать, к ним подходишь, просто они начинают скримить на уровне 200, блядь, децибел. Это, конечно, кошмарик полный. Нет, пусть я, говорит, плохое продолжение. Для больного человека, нахуй, который 9 часов сидит. Средняя аптечка, порох и пули. Бля, мне бы найти на самом деле стрелялку. Было бы неплохо. F5. Бум! Бум! Музыка прикольная, вообще игра прикольная. Годная. Дра-да-да-да-да-да-да! Что-то плохое произойдет, что-то нехорошее, что-то плохое. Копейки живых мертвецов, первая часть. Вампиры, ночные создания, бля, я все читал уже. Это бомж какой-то. Название игры Носферату слева внизу. Все понимают, что в данной игре вы боретесь со силами зла, не могли бы уважать своих врагов? Нет, нет, пизду. Это силы зла, блядь. Можно обсирать их, я считаю, как угодно просто. Любые плохие слова говорить. Я бы вообще говорил, ты все матные слова на свете просто. Вурдалаку, блядь. Ключ от восточной башни. Окей, у меня нет ключа от восточной башни, у меня есть только ключ от восточного крыла. Тебя хуёво слышно. Да вроде норм должно быть. Ай, блядь, собака нахуй, ёб твою мать. Интересно, в столе что-нибудь есть? Нет, абсолютно. Я пришел отсюда вроде, или отсюда. А я отсюда пришел. Блин, там годнота лежит. Че это такое вообще? Какой-то горшочек с золотом плюс бивень. Пойдем сюда. Тут есть дверь? Нет. Американская сатанинская церковь подала в суд на Netflix за хоррор сериал «Леденящий душ» по причине Сабрины. Сатанинская церковь. Пиздец. Какого хуя? Что только, блядь, не происходит, нахуй, в 21 веке. Порох и пули, это оказывается. Пробивается свет. Все хорошо вроде. Тут я был. Тут что, ключа нет? А, блядь, гора гаст! Чё, блядь, какого хуя так много? Чё, просто так много, блядь, идти нахуй. Мой меч стоит, блядь. Соси. О, найс, 100% хп осталось. Ха! Жив. Красавец. Иди, 100 хп. Прекрасно. Прекрасно. До сюда я так и не дошел. Тут у нас что? Ну конечно, ёбаный рот, блядь, Догис. Найс.
Окей. Кто здесь? Как летаешь, блядь. Ебать, минус сколько? Минус 15? Ай, блядь. Больно. Да заебали, лол, это портал какой-то. Пиздос, я пошел сам в портал залезу, мне похуй. Дверь, понял. Закрой дверь, блядь. Там сиди. Чё-то хуёво, у меня 22 хп всего лишь. Хорошо, надо загрузиться бы. Кто это, блядь? Эмили Клин, стоп! Какой нахуй, что? А, блядь, это... Ой! Это, блядь, друг нахуй! Она выглядит как ебаное привидение, блять. Ты не могла джинсы надеть, блять. Губы накрасить. Че за ебаная бабка? Я думал, что это призрак, сука. Окей. Что ж. Здорово. Как дела после этого, блядь? Комбо удара. Не охуеваешь, мистер? Отпирай врата. Бой с тенью, бой с тенью. Они, блядь, бесконечно спавнятся там. Чё мне сделать с этим ёбаным порталом? Да лак, блядь. Ну-ка быстро. Опа. Давай. Давай, пожалуйста. Сработай. Бля, мне нужно к той тёлке вернуться. Она что-то говорит, блядь, какую-то хуйню затирает прикольную. Хай, Джек! Ой, Эндрю Кингсон. Как поживаешь? Рад тебя видеть. Давай-ка отсюда ноги уносить. Иди вперед, я прикрою. Сейчас. Сейчас, братан. У тебя что прикольного есть тут? Патрон для револьвера. F5. Хай, Джек! 100 хп, патроны и все остальное. Все есть, замечательно, круто. Рад тебя видеть. Бля, человек, который рад меня видеть, нахуй, здесь, бля, в этом мире ебучем, бушующем. Осторожно, тут ебанат может вылезти. А тут тёлка будет сейчас. А! Блядь. F5. Чё ты? Кого? Чё это вообще за хуйня, ты понял? Как я это ударю, блядь? Это кто вообще? Ай, нет, только не ты, блядь, мерзкий хуй! Сожги, блядь, стреляй, делай что-нибудь. О, он открывает.
крест хуярь! Пись от меня, блядь! Да стой, уйди отсюда, лопат! Где не был никогда я. Хватит. Хватит быть страшным. Звуки, хватит быть страшным. Ай, блядь, да что дальше? Сука, какая дерьмо, блядь. Комната боли. Где мужик-то? Ты чё залип? Я не понял, где тёлка? Она была тут. Или это шуточная была тёлка? Веди его к чемоданам вначале. Иди наверх в той комнате. В какой той комнате? Этой. Да, блять, отойди, жирнич! Пиздец, как укатился дверями. Где была лестница высоко вверх? Иди вперед, я прикрою. Сверху без, блядь. Поебалу, получаешь, поебалу, блядь. Сука. Так, все, валим быстрее. Вон прямо. Это доктор, да? То есть он вылечит того челика. Сюда. Вы все знаете. Так, я отсюда его взял, кстати. Ебался разбить. Блять, собака. Верно шел. Блядь, зачем меня забыть? Я понял, что мне в начало игры, я правильно шел до этого. Иди вперед, я прикрою. А здесь что? Тут никого, наверное, нет. Ой, блядь. Иди вперед. Ай, собака бежит, блядь, тварь, ебаная говно, сука. Без негатива, как бы, поражусь. Негатива или просто это на эмоциях. Сюда. Блять, срань, ебаная, как тебя закрыть вообще полностью? Хватит. В пять. Америка, где не был никогда я. Все, вон чел лежит, слышишь? Доволен?
Спасибо, старик. Смотри, как описывает на дуной тесто. А я тут пока облежусь. Возьми банджо, сыграй на прощание. Отведи его к монолиту. Опа, револьвер. Блять, я потратил патроны. Здесь уже был. Бля, музыка не должна быть такой ебанутой на протяжении всего времени сейчас. Бележачего. Не хочу нах мне убивать. Ничего плохого не сделал. Окей. Ай, блять! Я испугался, думал, кто тут есть. F5 баг. В смысле, баг. Поговорил, выключил. Пиздец. В таком напряжении, блядь, был нахуй из-за того, что это было просто баг. Ебать, просто теперь настоящая услада для ушей. Я бегал, блядь, кого-то в жопу ошпаренный нахуй, не понимал вообще, что происходит. Кого-то постоянно с тобой 100 вампиров гонится. Охуеть, блядь, это баг нахуй. Красивый. Комната боли. Здорово, кто тут? У тебя есть кулаки. Отличное средство. Сука. Зря я проебал 5 патронов, конечно. Не умно. Че тут? Ай, блядь, он собака! Ёбаная мошка, блядь, проклятая. Что тут? О, плюс хп, найс. Красиво. Бля, зря лишнюю аптечку взял, она... просто... снижает хп до сотни и все. Ёбаный насос, блять. Опа, здорово. Здравствуй, блять. Брат. Спасибо огромное, интеллигентная сосисочка. Сколько тебе по ценнику вышло на перекраску в серый? 3000 реблс. Спасибо большое. 3000 реблсов. Восточная башня. Там есть был, кстати. А, нет. Смотрите, я хочу запущать. Сори, нечего быть такой злобной. Так. Нам либо сюда... А, у меня нет ключей. О! Комната боли. Челочник, сука. Пиздец. Там какой-то хуй стоит. А, это ученый, наверное. Нет, не может быть ученый. Типа, это же не может быть ученый, его собака съела. Слышь, блять, у меня есть револьвер, блять. Ты не ожидал такого? F5 у меня тоже присутствует. Эй, Джек, привет! Рад тебя встретить! Рад! От этой чертовщины мне уже стало скучно! Ну ты сделал с собакой здесь? Что ты делал здесь с собакой, блять, вурдалаком нахуй? Стоял, дрочил здесь? В чем прикол-то, я не понял? Ты че, блять, скрытый монстр? А? Пиздец.
стало скучно. Джек, давай же! Пойди! Ой, блядь, ты чё? Какой страх! Одна. Пиздец. Патрон для револьвера, найс. Супер. Ну чё, пойдём, спасём его. В принципе. Ну, можно еще выше подняться, позырить, что там. В комнатах боли. Где, блядь? Где эта хуйня? Где она, блядь, доктор? Сука. Где оно, блядь? Гафен. Что за хуйня? Это опять бар. Ай, блядь, черная жижа! Отойди, блядь! Сука! Джек, давай сюда, сюда, сюда! Спасай! Я погибаю! Все нормально, блядь, не парься. Ты... Ну ты иди, 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 а я здесь, оба... Крысич. Стоп. А где он реально? Тут? Окей, пойдем еще выше. Дементоры, блядь. Ты иди, 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 иди. Оу! Сап. Тут уточки. Комната боли. Классная музыка, блядь. Последняя комната. Что здесь? У! О, ключ. Восточная башня. Музыка, давай нормальный будешь, а? Спасибо большое, Алекс Рэндер. Все говоря, блядь, Dark Souls, хуё моё, точка, поиграй, бля, в Носферату, ёбаный в рот, вот где саспенс, вот где хардкор. Да не, тут легко достаточно с ним пиздец. Ну, правда, на высоком уровне сложности хз. Но саспенс, конечно, пиздец. Блять, где ученый нахуй? Нус? Идем, блять, ёбный в рот, пошли, чел. Если скажем, долго ходит. Анус! Ха-ха! Я взял ключ какой-то, я забыл, от чего он. Кто-нибудь помнит, от чего ключ? Я погибаю! Я погибаю! Я погибаю! Ключ от восточной башни, значит. Блин, там жареный ребенок написал, что это большой пасть. Можете посмотреть, что он написал, разбить на две. Фак. Ла-ла-ла. Толчки, прикиньте. Древние толчки в замке Дракулы. О, это, по-моему, проход в башню восточную, да. Опа! А знаете что, блядь? Найду я сюда, нахуй, в следующий раз. Ну ты иди, 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 а я здесь.
разъебал. Да где чел, блядь? Че он тормозит опять, сука? Он что, не может дверь открыть сам, блядь? Пошли сюда, ебабо. Нус? Чел, блядь. Куда мне идти, я не помню, чуваки. По-моему, мне сюда вообще надо было. Или нет? А, нет. Я не помню. Здесь порох и пули. Для чего вообще эти пули? Лол. 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 Справа от туалета выход. Сюда. Из револьвера чем стреляешь? Там специальный патрон для револьвера есть просто. А для чего эти патроны? Для пулемета вот еще взяли, хуяся. О, Джек, о, вы меня напугали. Телочка. Хорошо, Джек, я не хочу здесь оставаться. Найс. Пойдем, Джек, пойдем. Может, серебра где-то раздобудем. Серебра! Одна идейка, ух, идейка есть одна. Идейка, блять. Так, нам, короче, вот судой. Может, выше, типа? Я не знаю, я не помню, куда. Я не знаю, куда идти. Блять, нет, не сюда. Окей, я буду стоять тихо-тихо. Не стой, пошли за мной. Иди за мной, бабка. Окей. Через башню вниз не выйти? Я не знаю, может быть. Но страшно подойти, там, блин, нападет какой-нибудь хует бес. Глядя на туалет направо, спасибо. Спасибо большое. А здесь направо еще раз. Замечательно, поразительно, удивительно, чудесно. Пацаны. По-моему, больше никого даже и нет, блядь, кто спасает. Хотя нет, по-любому есть, я по башне даже не хотел. Что-то хуй я не ходил. Что-то такое. Пятнадцать человек, блядь. Всего 15. Пиздрон, ебать. Вот это да. Вот это да! Хорошо, что они не падают, блядь, отсюда. Нус? Нус? Так, нам не сюда. Сюда. Ебанько, вылезет отсюда сегодня? Нет? Хорошо. Чудесно. Зарежь их. Что-то не меняется. О, страшно вырубай, страшно вырубай, страшно вырубай. Пиздец. Куда идти, я забыл. Нет. Я не знаю. А вот. Отойди. Вот ваш друг.
О, найс. Все, блядь, быстрее бежим сюда. Все здесь. Не кашляй. Спасибо, Джек, спасибо. Зачем уйти за остальными? Времени-то мало, маловато. Слава богу. А если тебя ранят, беги сюда. А я тебя перенешу, 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 перенешу. Я ведь дома. Господь наградит тебя, Джек. Но твои близкие сейчас в когтях у дьявола. Сын мой, поторопись. Ты должен их спасти. Себе водой. Да, сейчас. Окей. Не знаю, там чувство человека осталось для спасения, походу, засейвился.